Всем привет! Сегодня 4 июля, Московская область. Вчера вечером прошел очень сильный дождь с грозой, с громом. А я вас продолжаю знакомить с сортами крупноплодной земляники, которую выращиваю у себя на огороде. Успела до дождя снять большой урожай крупноплодной земляники, накрутила компота, но оставила показать вам сорт. И называется он «Полка» или «Полька». Здесь, на этой грядке, у меня высажено несколько кустов. Сорт среднего срока созревания, не ремонтантный. Куст довольно-таки раскидистый, мощный. Листовая пластинка крупная. Цветонос мощный, высокий. Ягода практически на землю не ложится. Ягода у этого сорта крупная, средняя. И в дальнейшем она слегка мельчает. Красивая конусовидная форма, слегка приплюснутая, коралловый цвет, глянцевая, очень товарного вида, так как вкус после дождя слегка смазан, но так как мы ее уже едим, могу вам рассказать, что при укусе она розового цвета, сладкая, очень сочная, кислинка присутствует и довольно-таки пахучая и ароматная. Также крупные экземпляры, ну, по крайней мере, это так у меня, дают небольшую пустотелость. Также может иногда, но это вообще в редких случаях, поражаться серой гнилью. Это прям единичные экземпляры. Еще у меня, я заметила, что несмотря на то, что цветоносы довольно-таки мощные у этого сорта, они очень ломкие. Поэтому, когда будете срывать ягоду, делайте это осторожно, потому что можно обломать сразу целую веточку. А так, сорт достойный. Насчет урожайности. Этот сорт у меня на огороде показал выше среднюю. То есть достаточно, чтобы полакомиться, сделать заготовки и так далее. Этот сорт, конечно, подойдет для заготовок. Это и компот, и варенье, и сушка. Все, что вам угодно. А у меня на сегодня все. Желаю вам всего самого хорошего. Выращивайте ягоду в удовольствие. Всем пока!